Настоящий диплом об окончании вуза продают на сайте объявлений. Купить документ по ценам, которые запрашивает продавец, гораздо дешевле, чем оплачивать 4 года обучения. Поэтому неудивительно, что бизнес процветает. Там есть без проводки, он 280 стоит, с проводкой 600 он стоит. Проводка, он получается в базе, да, я уже там буду полностью? Да, 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 да. Это 600, который. Сейчас он, в принципе, за 280 пойдет. Он оригинал документа, просто без проводки. Сам документ в руках держит, печати, подписи настоящие, как бы. Ну, нормально там все уже, потому что не первый год. Продавец, который назвался Андреем, проживает в Алматы и предлагает диплом по любой специальности университета Туран в Алматы. Для этого просит предоплату 80 тысяч и передать или привезти в Алматы документы. Срок изготовления диплома без внесения данных в базы от 7 до 15 дней. Оформление вполне легального диплома о высшем образовании от 2 до 3 месяцев. Объявление о продаже диплома не единственное, говорят в проектном офисе Сырарха Адалдыхалана. Сотрудники провели переговоры с продавцом и собрали доказательства. Теперь все собранные материалы они передадут в правоохранительные органы. Неудивительно, что в центре внимания оказался именно этот вуз. Его считают одним из самых престижных университетов страны. Как мы хотим изменить сознание маленького ребенка, отпустить его в школу, в университет, если все покупается? Данную систему мы хотим ее переломить, именно искоренить бытовую коррупцию, чтобы таких фактов не было, чтобы не продавались дипломы.